В Тверском областном суде продолжается слушание уголовного дела в отношении Алексея Касьяненко. Идут допросы свидетелей. В общей сложности их 32 человека. Одного из свидетелей допрашивали по видеосвязи из Старицкого городского суда. 61-летний житель Твери Алексей Касьяненко, известный в криминальных кругах как Касьян, обвиняется по статье 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Предварительным следствием установлено, что 7 сентября 2019 года в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, инициированный криминальным авторитетом, имеющим право присваивать другим лицам высшее положение в преступной иерархии Российской Федерации, обвиняемым присвоен статус положенец на территории Тверской области, позволяющий влиять на систему неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. Тем самым обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, сложившейся на территории Российской Федерации, основанной на распределении сфер влияния в соответствии с ее территориальным устройством, и впоследствии продолжил его занимать до момента его задержания 19 июня 2020 года. При этом, по мнению следствия, в период с 7 сентября 2019 года до момента задержания, имея статус положенца, обвиняемый организовывал сбор, хранение и распределение материальных ценностей из материальных ресурсов, финансовых средств, полученных по большей части преступным путем и накапливаемых в интересах уголовно-преступной среды. Касьяненко по выводу следствия по телефону давал согласие на установление для осужденного самого низкого статуса в преступной среде. Кроме того, имея статус так называемого положенца, укрепляя преступный профессионализм и свой авторитет, совершил незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов по месту своего жительства. Тем самым придерживался принятых в криминальной среде негласных правил и традиций, отрицал закон и общепринятые моральные принципы и правила поведения, стимулируя преступное поведение. Благодаря колоссальному объему проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также тесному взаимодействию Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, сотрудников областных УФСИН и отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России, оперативность исследования полученной информации и слаженность работы указанных правоохранительных ведомств были получены доказательства вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Другое дело по этой же статье возбуждено в отношении так называемого Артура Молодого. В региональном следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб начальник районного отдела ГИБДД по Балаговскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов. По версии следствия, 14 января на 311 километре по направлению в город Санкт-Петербург автодороге М10 России в Вышневолодском городском округе Тверской области мужчина, управляя автомобилем Рено Логан, выехал на встречную полосу проезжей части, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Балаковского района Тверской области. От полученных телесных повреждений оба водителя скончались на месте происшествия. Уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», возбуждено Вышневолодским межрайонным следственным отделом СУСК России по Тверской области. На место выезжали следователи и криминалист следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии. 19 января Крещенская Иордань стала местом встречи тверских десантников. Десантники в основе своей все православные люди, поэтому мы сегодня собираемся здесь. Мы принимали активное участие в устройстве в этом году этой купели. И поэтому сейчас собираемся для коллективного купания показать еще раз, что ВДВ никто, кроме нас. В этом году погода для крещенского купания то, что надо. Порядок у Тверской проруби идеальный. Теплые раздевалки, нет столпотворения и давки. За мной!
Охрану общественного порядка в районе всех оборудованных в области купелей обеспечивают около 100 сотрудников Управления Росгвардии, полиции и МЧС. Заблаговременно сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН с применением служебных собак проведено обследование мест основного пребывания желающих совершить омовение. Экипажи вневедомственной охраны сориентированы на немедленное реагирование в случае поступления тревожного сообщения. Люди спокойно, с чистыми помыслами совершают обряд, а голубых беретов поддерживает их крылатая. Шесть дней! Слава!